выводили в школу. В одной руке был портфель, тогда все такие носили портфели, а в другой руке был букет цветов. Мы шли, а вела нас Лидия Ивановна Баланина, наша первая учительница, в строгом, удивительно таком вот каком-то сжатом синем костюме, но очень добрая и справедливая. И полетели школьные годы. Не полетели, понеслись, помчались. С 5 по 8 класс нашим классным руководителем моим и 5 В класса была Валентина Васильевна Альтовская. И вставая утром, и ложась вечером, я чутко знала, что единственный предмет, самый лучший, самый замечательный, это математика, и лучше ее ничего быть не может. И вдруг в 9-10 классе все изменилось, и лучшим-то предметом, оказывается, стала русская литература. Я открыла ее для себя и открываю до сих пор, благодаря Людмиле Александровне Ивановой, нашему классному руководителю. Я хочу сказать большое спасибо всем ветеранам 5-й школы, я их всех помню, и Ольгу Глебовну, и Ольгу Ивановну Коваленко, и Татьяну Ивановну. Здоровья вам всем, успехов, и всем ныне, и Аллу Ивановну, конечно, и всем ныне работающим учителям в 5-й школе много-много здоровья и успехов. Thank you.